Привет, вы на канале Регион 14. Давно у нас не было видео. Сегодня я еду в лес пройтись по своим местам, где я обычно по осени собираю грибы. Сегодня выезд такой, чисто на разведку, на шарика, как говорится. Уже второй год в Европе стоит аномальная жара летом. Я живу в Германии, Германия не исключение. Не знаю точно сколько, но я думаю, что примерно 6-7 недель было жарко. Жарко прям, ну, реально земля вся высохла. И вот последние 3 дня прям заливает дождем. Прям не просто там моросит, а вот такой конкретный дождик. Земля должна была пропитаться, плюс жара. И поэтому я еду в надежде найти хотя бы немножко грибов. Если нет, то просто погулять по лесу. В общем, если вам интересно, оставайтесь на канале. Вместе прогуляемся, посмотрим. Заехал в лес, идет дождь. Блин, я одет вообще не по погоде. Сейчас выйду, весь промокну. Вот, как-то так. Ну что ж теперь делать? Мы не привыкли отступать, как говорится. Итак, друзья, мы в лесу. Идет дождь. В народе говорят, есть такая поговорка: секс еще не повод для знакомства. Также и здесь дождь в лесу — это не повод для того, чтобы собраться и уехать. Сейчас посмотрим, есть ли что-нибудь. Итак, что мы видим? Первые грибочки. Вот они, красавцы. Пошли. Пошли. Это дубовик крапчатый. Это меня радует. Итак, друзья, вот такая вот семейка вылезла. Посмотрите. Раз, два, три, четыре. И вот еще маленький, пять. Пять штучек. Пять грибков в одном, так сказать, с одного этого корня. Красота, нет? Блин, я знал, что я найду сегодня грибы. Дождь не зря шел столько времени. Вот такая вот. А, как пахнет. Обалдеть. Ну так, друзья, отчасти я перепутал гриб. Это оказался не дубовик крапчатый, а дубовик оливково-желтый. По вкусовым качествам они одинаковые, просто оливково-желтый надо немножко по-другому готовить. Два раза отварить, и тогда он может, его можно использовать и жарить, и смолосолить, и чего угодно. Дождь льет. Грибов нету. В всяком случае, пока я еще не нашел. Кроме вот этих первых. Только одну вот семейку нашел. Обычно вот здесь вот всегда грибы есть. Я приезжаю в это место, вот именно тут. Я собираю прям вот конкретно. А потом уже хожу по лесу, брожу так выборочно. Смотрю, белые. Но сейчас пока тишина вообще. Мало дожди еще шли. Прошли бы они недельку, тогда тут вообще все будет. Прямо хоть коси. Но сейчас пока нету. Начали попадаться мухоморы пантерные. Вот он, один из них. Но мы сегодня их брать не будем. Нам они сегодня не нужны. Нам нужны сегодня белые дубовики.
вообще балетовые любые. Но их, к сожалению, пока не видно. Что-то мой глаз увидел вот вдалеке. Что это такое? Что это у нас такое? Честно говоря, не знаю. На поганку не похоже. В общем, какой-то странный гриб. Вообще пластинчатые грибы я стараюсь не брать. Рыжики, шампиньоны, лисички как бы мы берем. Но вот остальное как-то я не очень-то особо разбираюсь. Как бы я не миколог. Поэтому беру только то, что знаю. Вот иду вдоль звериной тропы. Здесь обычно всегда что-то растет. Тут под этой елочкой часто бывают грибочки. Вот. Но не сегодня. Сегодня ничего нету. Ну, уже начало есть. Я думаю, что со следующей недели, если вот так вот дожди будут идти, со следующей недели можно раз в неделю приезжать, собирать урожай и уезжать. Вот. А с сентября можно сюда приезжать 2-3 раза в неделю. Здесь будет реально вот на этой локации очень много грибов. И в принципе, кто на моем канале давно, тот уже знает, тот видел это место. Дождь льет, не прекращается. Ноги промокли насквозь. Сейчас вот еще зайдем вот в этот ельничек, посмотрим тут. Если нет, то переедем в другое место, еще поглядим. Ну, в принципе, и так уже все понятно. Рановато я приехал, но тем не менее. Теперь буду знать, что вот через неделю можно точно уже приезжать за грибами. Ну, здесь вот тоже такое грибное место. Здесь растут дубовики белые. Такой вот ельник. Но сейчас тут пусто. Это я вот думаю, почему бы им тут сейчас не повылазить. А у природы есть на этот счет свое мнение. Свой тайминг, как говорится. Всему свое время. Но сейчас пока здесь ничего нету. Итак, иду к машине. В общем, ничего нету. От слова совсем. Но то, что я нашел вот в начале видео, это, так скажем, случайность вообще. В общем, где они должны быть, грибы, их нету. Вот. Ну, сейчас проеду, наверное, еще в одно место. Посмотрю, но я думаю, что результат будет точно такой же. Такой вот лес здесь. Красивый. Сейчас вот кто-то, сидя на диване, смотрит это видео и говорит: да блять, нахер надо, поперся там в лес, дождь, лази, блядь. Да, как говорится, каждому свое, мне по кайфу. Вообще лес это мое. Я родился в тайге. Якутия моя родина. Поэтому я
наверное, с молоком матери впитал вот это вот любовь к лесу, каким-то приключениям. Всю жизнь помню, был маленький, мы ходили за грибами, столько набирали их, ой, это просто были подосиновики, у нас все сопки были усыпаны ими. Так что вот так вот. Люблю лес я всей своей душой. Ну и пускай я промок, ничего страшного. А то погулял, подышал воздухом. Походил, побродил, ничего не нашел, промок насквозь. Зато знаю теперь, что сюда надо приезжать где-то через недельку. Вот. Если дожди будут идти так, то уже через неделю реально будут грибы здесь. Итак, друзья, на другую локацию я решил не ехать. Идет дождь. Если здесь грибов нету, то там возможно то же самое. В принципе. А подождем. Тоже ходить так без толку. Такое себе занятие, я вам скажу. Вот, ноги промокли. И уже не камильфо. В общем, кто досмотрел это видео до конца, благодарю. Кому понравилось, ставим пальчик вверх, кому не понравилось, вниз. Подписка на канал приветствуется. Всех вам благ, люди. Пока. До новых встреч. Мирного неба. Позвольте мне прервать ваш вечный звук. Позвольте расшатать скрепы и опору. Время без пощады, оно как волчица. Вот мы сидим здесь, оно мчится. Ох, вы жизнь моей душе на горе с богами. Все выходит майно.